интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор автоинструмента бренд Marshall, код товара MT-482. Marshall — это белорусский бренд, недавно он появился в Украине. Это серия инструмента бытового класса, применяется для дома, то есть для домашнего использования, можно сказать, для личного использования, для ремонта автомобилей и различной техники. Бренд сам белорусский, но завод находится по изготовлению данного инструмента в Китае. Набор поставляется в пластиковом кейсе, сверху идет такая вот упаковка. На упаковке обозначение 1,4 и 1,2 дюйма, то есть 2 квадрата рабочих в комплекте идет. Сбоку адрес указывается, где набор изготавливается. И тоже сбоку это комплектация данного набора. Вот такая вот упаковка. Две трещотки, 1,4 дюйма и 1,2 дюйма, трещотки силовые, то есть 24 зуба, крупный шаг. Есть реверс, быстрый сброс и фиксация головки. Рукоятки комбинированные, красный цвет резина, черный это пластик идет. Они идут прямые, то есть не изогнутые, а прямые. Длина трещотки под 1,2 дюйма 260 мм. Под 1,4 дюйма 155 мм. Трещотки разборные, два винта выкручиваете, можете отслужить внутри механизм или заменить его. Хотелось бы отметить, что для такой ценовой категории здесь идут довольно качественные трещотки, то есть нет лифтов, трещотка покручивается, то есть нет, довольно-таки плотно, потому что есть так расхлябанные, прокручиваешь, здесь очень все, даже слышно щелканье самого механизма очень сильно. И трещотка под 1,4 дюйма. По надписям, надпись на металле, хром, ванадиевая сталь. И на рукоятке видите надпись Marshall. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь пластиковая. Можно есть подсоединенный квадрат сверху, можно подсоединять трещотку. Данная рукоятка в наборе применяется или с битами. Дальше я покажу, то есть получаем отвертку. Или можете подсоединять сюда головки под 1,4 дюйма для труднодоступных мест. Длина рукоятки 150 мм. Два кардана, 1,4 и 1,2 дюйма. Карданы скреплены металлическими вставками. Почему постоянно об этом упоминаю в видеообзорах? Потому что есть карданы на винтах, есть на заклепках. Здесь металлические вставки идут. Два Т-образных воротка, 1,4, маленький вороток и 1,2 дюйма. Вороток под 1,2 дюйма также служит и удлинителем. То есть снимаете переходник и получаете удлинитель 245 мм. Длина воротка под 1,4 дюйма 10,5 см. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновая вставка будет. Биты. В наборе биты под 1,2 дюйма, которые идут без адаптера. Адаптер идет отдельно в комплекте. Вот, вставляете нужную биту. И далее подсоединяете или вороток, или Т-образный вороток, или трещотку. Общее количество бит под 1,2 дюйма 15 штук. И биты под 1,4, которые идут с адаптером уже. Общее количество 17 штук. Есть биты Torx, шестигранные, шлицевые, крестовые. И также под 1,4, крестовые, шлицевые. И шестигранные биты также есть. И биты Torx. Головки. В наборе шестигранный профиль. Головки под 1,4 дюйма. Два ряда. И один ряд. Это головки под 1,2 дюйма. Общее количество по головкам. Под 1,2 у нас 12 головок, под 1,4 13 головок. Под 1,2 у нас самая маленькая головка, это 14 мм шестигранная. Самая большая 32 мм, 6 граней. Вес головки 32 мм, 195 грамм.
надпись Marshall на металле, хром-ванадиевая сталь, 32 мм. Покрытие матовое, защитное. Есть переходник под биты 1/4. Но бит самих под 1/4 дюйма, кроме которых я показывал, уже впрессованы именно в переходник, в наборе нет. То есть если у вас отдельно есть биты под 1/4 дюйма, можете вот использовать такой переходник для шуруповерта или для трещотки. Он в наборе есть. В верхней крышке адаптер показывал под биты. Удлинители. Под 1/4 у нас два удлинителя, 50 и 100 мм. Под 1/2 у нас один удлинитель 110 мм, короткий. И 245, показывал уже, в нижней крышке есть. Под 1/4 есть еще один удлинитель 150 мм. Это гибкий для труднодоступных мест. И набор ключей. Здесь 9 ключей у нас по размерам 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 22 ключ. По комплектации все. Материал изготовления указывает производитель хром-ванадиевая сталь. На инструмент сверху нанесено защитное матовое покрытие. Каких-то следов от литья, сколов, кривизны литья, то есть посмотрели инструмент, мы не обнаружили. То есть, и, как говорится, хорошее сочетание вот этого набора, цена и качество. То есть, кому нужен набор для дома, то есть не для СТО, не для автосервисов, не для предприятий, вот можете присмотреться к набору Marshall. То есть, хорошее сочетание, цена и качество. Теперь по кейсу. Кейс состоит, кейс у нас здесь цельнолитой. То есть две крышки здесь нету, не соединяются две крышки зависами, здесь он отлит, цельнолитая конструкция. Защелки металлические, тоже плюс на кейсе. Ну и инструмент, посмотрим, выпадает ли у нас в верхней крышке. Только если фиксируйте хорошо его на ячейках. И теперь покажем кейс. Так, вот закрывается, все в порядке, то есть без каких-то либо лишних усилий. На верхней крышке надпись Marshall красного цвета, 82 предмета. По габаритам кейса ширина 38, длина 30, высота 8,5 и вес самого набора 6,5 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором набора инструментов. Подписывайтесь на наш канал и получайте скидки в нашем магазине. Спасибо, до свидания.